ярче. В самый раз, наконец. А прическу? Вау! Можем приступать. И как вы уже могли догадаться, я снимаю очередные обнулочки. Что-то я вообще прям все время что-то купаю, и скоро у нас ночь распродаж в Виконде. И опять все это куплю барахла. Но это будет уже целый школьник, все дела, все дела, все дела. Типа, 9 класс. Угу. Ну что, приступим. Я хотела бы начать с того, что интересно более-менее всем, как бы и конникам, и обычным людям, простым смертным, и всем таким, ну, как бы вы понимаете, да? С одеждой. Умри. Так вот. Одежда! И первое обновление в моем гардеробе — это просто куча футболок. И майка. Итак, приступим, пожалуй, с первой футболки, которая мне подвернулась. Это футболка термит. Почему термит? Непонятно. Вообще. Вообще все эти футболки и майку я купила в Спортмастере. И вот первое — это термит. Тут написано термит разными буквами. И три цветочка. Прям такая хипстерская. В общем, шикардосная. Абсолютно плюс. Размер XS. Цены там была распродажа в районе 350 рублей. Вообще нашлись. Пипец, просто слов нет. И также, ребята, на мне точно такая же футболочка термит, только в розовом цвете. Из кучи футболок достаю следующую. Итак, следующая футболочка — это вот такая огненно-рыжая футболочка. Просто зашибись. Просто у меня нет слов. Ребята, это зашибись. Это просто зашибись. Футболка тоже фирмы термит. Написано, сейчас прочитаю своим. Good English. My English very bad. Так. Wonderful holiday sea and waves on Paradise Beach. Beach. Что там? Прекрасные каникулы. Море и что там? Beach. Пляж. Пляж, ребята, не то, что вы подумали. Продолжаем нашу футболки обозревать, короче. Следующая футболка. Это вот такая вот футболка белая. Точно такая же, как на предыдущей футболке, надпись про бич, ребята, про бич. И только одну сама белую. Итак, футболки на этом закончились. Приступаем к следующей, это майка. Короче, это майка, которую я купила тоже в Спортмастере, как эти футболки по акции. Там она стоила 800 рублей, а стала 400. То есть почти половина на нее скидка. Ребята, это серьезная такая скидка. Такая зелененькая, такая почти ядовитенькая. И вот с таким вот орнаментом. Очень прикольный орнамент. Он прямо хоть в зоне груди, товарищи. Да. Так вот, фирма та же самая, термит. Почему она такая черная, я верила моя мама, но она ее покупать не стала вроде. Эту маечку я купила размер S, потому что XS меня как-то немножко обтянул. Движемся дальше в теме одежды. Так, идут даже брюки. Треники, я не знаю, панталоны, как угодно. Проблема только в том, что они для мальчиков. Ну, мама мне подогнала такие синенькие панталончики, но мне насрать то, что они как бы для мальчиков. Потому что мне насрать, ребята, серьезно, кого это сейчас волнует? Сейчас мальчики одеваются как девочки, серьезно, вас это волнует? Меня тоже волнует. Внимание! Внимание! Коники понадвинулись, девочки, которые смотрели, наверное, надвинулись или продолжайте смотреть, потому что дальше будет продолжение этой темы. Итак, смотрим дальше. Сейчас я сделала заказ в магазине Rainbow Wachl, ссылка в описании, как обычно, потому что там бал евро, и там заказать, потому что было очень дешево. Я там купила себе конюшню, мойку, стремена, лакомство на лошади, кондиционер экспресс-чистка, электролит жидкий, сумку, вроде все. Если что-то забыла, все равно скажу. Девочки, которые смотрели до этого, которые не конники, возможно, кондиционеры подходят для наших волос, потому что лошадиные волосы более грубые, а наши более мягкие, поэтому если мы их напшикаем конским кондиционером, они будут у нас просто супер. Ребята, это очень приятно пахнет, зашибись. Пользуйся, покупай, можете себе купить лошадиный кондиционер. Да. И Ксюха рекомендует.
Итак, первая моя обновочка для лошадки – это электролит жидкий, 1 литр. Целенаправленно компенсирует возникающий в результате обильного потоотделения дефицит электролитов, препятствуя потере выносливости и нанесению вреда организму лошади. Очень полезная вещь на выездных соревнованиях. Ваша лошадка скажет вам спасибо. Так, что у нас следующее? Средство для экспресс-чистки 750 мл. Это исключительное средство в условиях спешки, на соревнованиях, к примеру. Оно делает возможным срочную чистку шерсти, кожи, хвоста и гривы в течение меньшего количества минут. Мыть лошадь предварительно не нужно. Поставляется без распылительной головки, которую можно купить в любом хозяйственном магазине. Кондиционер на 500 мл с приятным ароматом алоэ, яблоко или ванили. Я купила с яблоком, но у меня было с ванилью. Оба превосходно пахнут. Они бережно ухаживают за шерстью и гривой. При ежедневном использовании даже самые поврежденные волосы восстанавливаются, становятся эластичными и блестящими. Еще я приобрела безумно удобную сумку фирмы FIF. Я выбрала синий-розовый цвет, но также там есть коричневый и синий варианты. У сумки много отделений, и вместительный отдел под щетки и прочие вещи. А это, пожалуй, для лошадок, которые любят вкусно поесть. Это лакомство со вкусом яблока, оно выглядит вот таким вот образом. Оно, к сожалению, у меня уже кончилось, потому что мои лошадки очень прожорливые и любят вкусно поесть. Еще я купила красные стремена. Эти стремена безумно легкие, утонченной формы, с черными вставками. Так и знала, что забуду, вот просто знала. Ребята, вы все так посмотрели? Все посмотрели, вернулись девочки, которые смотрели до этого. Лаки, товарищи. Итак, первый лак, вот такой красненький, я их купила в карусели, ребята, в карусели. В обычном, блин, торговом магазине с едой. В общем, купила себе этот лак. Называется он Extreme Wear. Oh my gosh, very bad, да. Стоит или стоит? 24 рубля, ребята! Серьезно! Цвет этого лака, номер 160, называется Cherry Red, типа красная... Типа вишня красная, что? А? Очевидно, что она красная. Следующий цвет, вот такой золотистый, он это номер цвета 485, он называется Golden Eye или Golden One, потому что там просто Golden, тире, палочка, чуть непонятно, это та же самая фирма. В общем, вам какие-то цвета мне понравились. Коллекционеры, присоединяемся сюда, смотрим. Короче, я же заказала себе модели. Модели заказала себе. Да, начнем с самого маленького. Мойка. Ребята, это мойка. Это типа такая шланг. Типа, ой, ее камера отваливается. Шланг, типа лошадок. Типа вот сюда, вяжется. Здесь это... Здесь такая резина покрытия. Типа, ну, имитация под настоящий конь. Блин, все развалилось нафиг. Ну, в общем, нормально все. Пожалуй, также самый бомбезный плюс этой, этого набора, это коняшка, потому что, о боже, он очаровашка, ну правда ведь, а? В общем, да, представлю вам это Зизу, он непонятной породы, он непонятной масти, он вообще фиг пойми кто, единственное только что он жеребец, все. Дальше идет вот такая вот бобёна, с ней идут вот такие вот прибамбасы, это ведро и щетки. Щетки две, такая смахивалка и скребница, чтобы чистить, типа, чистить лошадей, моет там все дела. В общем, зашибись.
Еще там идет в наборе подставка под седло и уздечку, короче, там все дела, но у меня сейчас на зайца, седло, уздечка, там все идет в наборе, понимаете? Ребят, какой плюс, покупаешь один и получаешь кучу сразу. Дальше идет лошадки из конюшни. Это первая лошадка, ее зовут Шандале. Это шотландский пони, ее по-моему мать Пинта Оверу. Просто Пинта, короче, она очень милая, у нее такие глаза, такие дети. Я съем эти глаза. В общем, очаровашка. Просто бомба. Следующая лошадь, которая была вместе с конюшней Булиленд. Да, это уже Булиленд. Ага, запомнили, запишите где-нибудь там себе, можете потом. Это кобыла Пасофия. Недоустки. Она просто... У нее есть подковы, у нее есть недоузок, у нее есть все. Просто она шикарная. Не такая, правда, у нее есть еще такой шлях, но более-менее приемлемая. Она просто очаровашка. Ребят. Еда. Да-да-да, я не должна вам в новочках показывать еду, но, блин, это пипец какое открытие для меня. Особенно скоро школа, в стрессе, не надо, я не открыл, да? Вот что я буду хавать весь этот год. Буду просто болиться на это, просто... Фруктовые ягодные снеки. Ребята, это просто вот такая фигулинка, которая похожа на какашечку. Она очень вкусная, она из натуральных всяких этих микроэлементов. Короче, читайте сами, вот. Читайте. Правда, с другой стороны, похоже. В общем, читайте люди сами, здесь все записано, все понятно. Потому что не лень читать себя. Я уж похаваю. Офигеть. Следующее, это вот такой пакет Skittles. Просто 10 Skittles. Понимаете? Это просто 10 Skittles. Чё я несу, ребят? Чё, блин, происходит? Это видео почти без смысла. Да! Чё, всё? Всё, ребята, всё. Сейчас камера сдохнет, сейчас память кончится. Всё, вырубится, придётся переснимать, но я думаю, не придётся. Так, подписывайся на мой канал, жми сюда. Сюда жми, ставь палец вверх, комментируй, там пиши, что ты купишь, что, блин, купили, делитесь своими обновочками тоже. Я все ссылки на вещи напишу в описании. Магазин Рэйби Лахал, запомнили, да, я все заказываю. Так, и всем пока!